администрации города Орла. В здании военно-исторического музея состоялись торжественные проводы граждан в ряды вооруженных сил. В последние годы такие проводы, собирающие не только родню и друзей мобилизованных молодых орловчан, но и представителей гражданского общества, стали доброй традицией. Впрочем, на мероприятии присутствовали и поздравляли новоиспеченных солдат с призывом и отбытием в их воинские части самые разные официальные лица. Три десятка призывников услышали слова напутствия от представителей городской администрации, Орловского территориального гарнизона, от представителей казачества и духовенства. Праздничную атмосферу поддерживали приглашенные на встречу творческие коллективы. Наверное, наиболее воодушевляющим для призывников были слова председателя Орловского совета солдатских матерей Валентины Старовой. В прошлом году наша организация выезжала на Черноморский флот. Мы были на флагмане России, корабле «Москва», на противолодочном большом корабле «Керчь». И я, когда разговаривала с капитаном корабля, спросила: «А есть у вас орловские ребята, служат на корабле?» Он мне ответил: «Да, Валентина Васильевна, служит. Сейчас я вам покажу его». И кричит: «Веня!» Подбегает наш орловский мальчишка. А у него медаль на форме, на белой рубашке, за возвращение Крыма. Он подбегает к капитану, представляется, говорит, стоит, а капитан говорит: «Вот, смотрите, Валентина Васильевна, это моя правая рука». После официальной части для призывников была устроена экскурсия по музею. А еще Совет солдатских матерей раздал специально разработанные пособия военнослужащих, своеобразные памятки на первое время.